языками. Даже татарским, к сожалению, не владею, потому что, ну, вот так получилось, не лежат на мне языки иностранные. Даже татарский язык на татарском литературном говорила моя бабушка, она даже писала пьесы, она занималась литературой. Моя тетушка, бабушкина сестра, великая татарская актриса, народная артистка России в свое время была, актриса драматического театра, да. То есть тоже татарским языком. Моя мама говорит на разговорном татарском языке, я зуб ногой, вот ничего не могу, не ложится язык, и все. Меня даже в детстве отправляли, моя мама в свое время татарский язык выучила в татарской деревне, ее отправили на месяц туда, и она приехала уже разговаривать. Отправили и меня. Когда приехали за мной, вся деревня, все дети говорили по-русски. Да. Было бесполезно. Педагогический талант победил, лингвистический, филологический. Но вот я благодарна очень одной пионервожатой в пионерском лагере. Она нас заставила выучить куплет на татарском языке. Давайте я его спою. Это стихи великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Он наш Пушкин, наше все. Правда, прожил как Лермонтов всего 27 лет. В общем, есть народная песня на его стихи, вернее, их много, но вот сейчас одну спою. Наверное, самая знаменитая татарская песня. «Тугантель» называется, родной язык. Язык, на котором говорили моя мать, мой отец, вот он мне родной. И тугантель, и я уже слышу, я и знаю, что в зале присутствуют прекрасные голоса, но я и слышала уже, какое счастье. Я перед тем, как мы споем песню вместе, я надеюсь, я еще раз хочу поблагодарить Оксана. Спасибо, моя дорогая, да, такой свет хороший, да, Оксана, спасибо, Зоя, спасибо, да, Татьяна, спасибо, Владимир, спасибо большое, прекрасный звук, сегодня я могла делать все, что я хочу, благодаря вам, спасибо большое. Спасибо большое всем, кто приехал со мной из Москвы, моим друзьям, поддержка моя, Ирина Гонопольская здесь, которая за камерой, за этой, благодаря ей будет концерт, благодаря вам тоже, наверное, будет видеозапись, да? Хорошо, мы разберемся. Слава и Адель, спасибо вам. Я не вижу никого здесь, да, но да, спасибо вам тоже за поддержку, за помощь. И, конечно, всем вам спасибо, что этот вечер вы решили провести со мной. Мне это очень приятно. Я хочу пожелать здоровья, душевного равновесия, мира, любви и песен. Там, где сосны и дом родной, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Пусть кукушка
синим светом.